6 спортивных комплексов построят в ближайшие 3 года в одном из районов Жамбылской области. Сейчас в селах функционируют 2 комплекса. Как развивают спорт на селе, расскажут наши корреспонденты. Турар-Рыскуловский район – кузница олимпийских чемпионов. Свой путь в большой спорт здесь начинали Ельдос Сметов, Акжурек Танатаров и Ермахан Ибраимов. Поэтому в населенных пунктах создают все условия для развития спорта. Например, недавно сдали в эксплуатацию спорткомплекс в селе Луговое. Здесь на базе мы открыли детско-юношеский физкультурный клуб, открыли 5 секций спортивных. Это вольная борьба, казах крюсы, бокс, волейбол, футбол. 315 детей стабильно занимаются до обеда, после обеда согласно расписанию. Для занятий спортом населению тоже это бесплатно, вечером. С 7 вечера до 10 свободно занимаются спортом, играют в волейбол, футбол в тренажерном зале. Раньше юным спортсменам из Лугового приходилось ездить в райцентр, преодолевая 7 километров в любую погоду. Теперь от желающих посещать современный спортивный комплекс нет отбоя, говорят тренеры. Сюда приходят заниматься дети из 3 школ. Спортзал очень просторный, светлый. Раньше мы проводили тренировки в одной из школ. Там занимались 3 группы. Было очень тесно, приходилось постоянно ждать. Сейчас ситуация изменилась. К слову, у воспитанников уже есть достижения. Один стал чемпионом, еще 4 завоевали серебряные и бронзовые медали. Мы очень обрадовались открытию нового комплекса и с удовольствием ходим на тренировки. Я занимаюсь борьбой около 4 месяцев. Уже принял участие в районном соревновании. Занял 1 место в весовой категории до 60 килограммов. Аналогичные комплексы начали строить в селах Акартубеко, Гершин и Сабденово. Всего до 2025 года в населенных пунктах района появятся 6 спортобъектов. Это даст возможность охватить больше детей бесплатными секциями. К слову, на сегодняшний день спортом занимаются 37% жителей района. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бабаев, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.